Сейчас хочу обратиться ко всем кандидатам, которые зарегистрировали инициативные группы для участия в президентских выборах. Я многих из вас критиковал. Некоторых критиковал очень жестко. Я со всей ответственностью заявляю вам сегодня, что в этой кампании у меня одна единственная цель. Побороть, свергнуть Майю Санду вместе с ее желтой шайкой и поломать всю систему, которая в стране существует более 30 лет. Я обращаюсь к вам всем, чтобы вы обратились к своим районным муниципальным организациям и убедили их прекратить голосовать вместе с партией ПАС за разрушение Бельц и других городов и районов страны. Вы в силах сегодня это сделать. Давайте сегодня будем иметь одного врага и одного мишень. Перестаньте рассказывать всякие байки. Перестаньте ругаться друг с другом. Перестаньте нести всякую чушь про то, как кто-то, в том числе вы говорите про меня, что я там продам, отдам там голоса Майи Санду во втором туре и нести прочий бред. Я уже на одном телеканале вчера высыпал, четко сказал. Если я призову за сегодняшнего президента голосовать даже хотя бы во сне, можете отрубить мне руки и голову. Послушайте, сегодня тот хаос, тот бардак, который есть в стране, можно прекратить только если все будут работать на смещение, на проигрыш и сегодняшнего действующего президента, и всей желтой шайки, которая есть и в правительстве, и в парламенте. Я больше не буду критиковать оппозицию за то, что год вы молчали и не поддерживали в парламенте, не выходили с инициативой поддержать референдум о досрочных парламентских выборах и так далее. Еще. Я тему оппозиции для меня закрыл. Не занимайтесь мерзостями, сегодня есть всем, над чем работать.